Мост построен, ну, около 30 лет назад. Это единственная дорога, снабжающая районный центр и поселки. Ну и, естественно, по этому мосту мы можем выехать в город. Это дорога, по которой у нас также ездит скорая помощь, автомобили, автобусы, чтобы увезти нас до города и обратно. Второй дороги, альтернативной, у нас нет от слова совсем. В данный момент он рушится. Одна половина вообще провалилась, заложена досками. Вторая половина тоже рассыпается, пошли трещины. Прогон через мост может грузоподъемность не более 12 тонн, но там ездят грузовые машины, которые не обращают на это внимания. Обращались к главе района. Глава района тоже ничего не может сделать. Население бьет тревогу давно. Периодически все обращаются куда-нибудь. В перспективе, если мост рухнет, то у нас не будет сообщения с областным центром Бахчарского района и поселка Кедровый. Это первое. Ближлежащие поселки, такие как Поротниково, Полынянка и Плотниково, которые находятся по ту сторону моста, не в состоянии будут приехать в больницу, потому что у них нет, кроме медпункта, ни одной ни поликлиники, ни одного врача. Это первое. Второе, социальное. Ни одну социальную службу они не смогут посетить. Это второе. И третье, в случае, не дай бог, возникновения пожара, пока скорая помощь доедет до того же самого Поротникова, расстояние до которого всего 17 километров, пока пожарная машина доедет, пройдет минимум 5 часов вокруг, через Подгорное. За это время сгорит полностью деревня. Пикетом мы хотим добиться, чтобы мост перекрыли, прекратили движение больших грузов по мосту от слова совсем и понтонную переправу нам сделали, потому что другого выхода у нас нет.